Добрый день, друзья! Сегодня достаточно короткое видео о том, как можно компактно развешивать, точнее, укорачивать петли, кардалеты на страховочной системе. Я начну с самого простого. Станционные петли, ну или просто обычные петли, к примеру, у меня стропа 120 сантиметров, это может быть стропа и большего диаметра, или меньшего, как удобно, быстро укоротить для развески на системе такую стропу. Я делаю раз, два складывания, у меня получается втройне стропа, прощелкиваю карабин во все это, начинаю закручивать вокруг своего пальца. Получается такая в спираль скрученная стропа, прощелкиваю карабин там, где у меня был палец, и получаю вот такую вот компактную конструкцию, которую я могу удобно развесить на системе. Для использования вы тянете за концы и получаете абсолютно нормальную, незакрученную, без барашков стропу. Это также хорошо работает со стропами 180 сантиметров и так далее. Единственное, что вам нужно будет учесть, количество складываний. Допустим, на стропе 120 оптимально это сделать 1-2 раза, то если стропа у вас большего диаметра, 1, 2, 3. Следующий момент – это альпинистские оттяжки. Я лично предпочитаю с собой брать на альпинистские восхождения оттяжки из сшитых строп длиною 60 сантиметров. Вот. Естественно, что такую длину на системе развешивать очень удобно. Понятно, да, что это слишком длинно. Как опция, конечно, можно ее провешивать через себя. Вот. Но, однако, иногда нам нужны и укороченные оттяжки на маршруте. Поэтому вот такая 60 сантиметров сшитая стропа с двумя карабинами очень легко укорачивается. Вы просовываете один из карабинов, допустим, карабин, который для веревки, другой карабин, и здесь его защелкиваете. У вас получается вот такая вот укороченная оттяжка, приближенная к скалолазной. Если вам нужна короткая тяжка, если вам нужно ее также развесить на системе. Подойдя к какой-то точке страховки или поставив точку страховки, вы щелкиваете ее. Нижний карабин вынимается, продевается только лишь в одну прядь. Вы получаете длинную тяжку. Укорачивается еще раз. И развешивается на системе. Далее кардалет, то есть небольшой кусок репшнура различного диаметра, обычно 5 метров, это стандартный или плюс-минус стандартный размер и длина для кардалета. Чтобы получить вот такую вот аккуратную буфточку, вам необходимо, ну естественно, сначала нужно кардалет размотать. Вот у меня получилась вот эта вот вся конструкция. Это 5 метров примерно. Сначала я беру два конца, кладу их в свою руку, чуть-чуть концы могут выступать, и свободно, без усилий, наматываю на ладонь. Наматываю, наматываю, наматываю. Примерно на глаз это делается, конечно. Вот такой вот хвостик при 5-метровом репетере при моей ладони мне надо оставить. Складываю свою буфточку вот таким образом. Вот, и начинаю заматывать то, что у меня осталось. Обратите внимание, поджимаю, чтобы они не распутывались концы. Намотав несколько раз, все, что осталось в самом конце, я просовываю сквозь все петли своей буфточки. Вытаскиваю. И, пожалуйста, у вас компактная, удобная конструкция для развески на системе. Ну что ж, на этом все. Маленькие подсказки и лайфхаки помогают жизни. Удачных восхождений, погоды в горах. На этом все. Пока.